Уже вывел, да? Нам нужно будет 11 глава, буквально 4 стиха прочитаем. Есть у вас там в телефоне что-то ли дать вам Библии, может быть? Ах, в принципе, на стене есть, да? 11 глава, здесь, в принципе, начинается отрывок, который достаточно нам известный, вот, но мы его прочитаем сейчас и посмотрим, что здесь написано. С 1 по 4 стих, 11 глава Евангелия от Луки. Случилось, что когда в одном месте молился, он, простите, я вчера в Ковеле точно так же оговорился, как и сегодня. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Аминь. То есть... Вот мы прочитали, здесь получается молитва «Отче наш», да, то есть мы ее знаем, но она здесь, вы ничего не заметили, что она чуть-чуть какая-то не такая. Вот еще мы не прочитали про царство, силы, славы, веки веков, да. Да, потому что, да, просто Евангелие от Луки, здесь как бы нет этой строчки, а в Евангелии от Матфея эта строчка есть. То есть это молитва «Отче наш», она встречается в двух Евангелиях. И вот в Евангелии от Матфея там еще есть про царство, и силу, и славу во веки веков, да, то есть, и завершается, конечно, аминь. А здесь просто заканчивается, но избавь нас от лукавого. Но, по сути, все остальные темы, ну, то есть, все темы, как и в Евангелии от Матфея, они здесь присутствуют. Потому что эта молитва, она достаточно, ну, тематическая. Вот, мы не закончим сегодня, не разберем весь этот отрывок, да, потому что я вчера в Ковеле думал, что я... дам весь отрывок, комментарий на этот отрывок, но мы не дошли до самой еще молитвы непосредственно, напрямую. Поэтому оно получится из двух частей. Ну, нас немного, давайте мы просто подумаем, что вам, как всегда, мой любимый вопрос. Назар, ты тоже участвуешь, а не делаешь вид, что участвуешь. Вот, что вам бросается здесь в глаза? Как Иоанн учил, да? Угу. То есть мы... Окей. Здесь интересный момент такой получается, да? Что здесь есть ученики, получается, какие вспоминаются? Иоанн, да? Вот, Иоанна ученики. И ученики Христа, получается, есть. Это очень интересное явление на самом деле. Ой. Это очень интересное явление, потому что в целом сама суть, что касается учеников, просто я наблюдал, да, Иванска, может быть, вы это тоже видели, интересный момент в следующем. То есть ученик вспоминает Иоанна, ученик Христа вспоминает Иоанна и его учеников, о том, что Иоанн учил своих учеников молиться, да. И получается, помните, Иоанн тоже, что он был... кем? Он был предшествующим Иисусу Христу, и когда Христос пришел креститься в Иордан тоже, да, принимал крещение от Иоанна, то что там происходило? Иоанн сказал, что я, вот стоит передо мной сейчас тот, ремни обуви которого я даже не достоин просто, ну, развязать, прикасаться, то есть очень интересно, да? Но вместе с этим, знаете, что еще интересно в Писании я нахожу? И я еще посмотрел, там есть информация в Деяниях апостолов, и в целом есть еще историки, которые параллельно писали свои, значит, исторические произведения, связанные с тем периодом. Выясняется, что несмотря на то, что Иоанн был предтечей Христу, то есть Иоанн был тем человеком, который сказал: вот тот самый Христос, которого все ждали, вместе с тем, даже после того, как Христос был распят, воскрес из мертвых, вознесся, ученики Иоанна, все равно движение Иоанна продолжало быть. То есть интересен тот факт, что движение Иоанна, оно не в полной мере присоединилось к последователям Христа. Хотя, ну, для меня это даже отчасти парадоксально, потому что Иоанн, он что?
он говорил о Христе, он четко обозначил, кто это такой, провозгласил, вот, учеников посылал к нему, но однако же именно аж чуть ли, по историческим данным, аж чуть ли не до 350 года нашей эры, то есть уже эры от Рождества Христова, существовало движение, связанное с, ну, как последователи Иоанна. В том числе были такие последователи уже, да, которые говорили, что Христос, он вообще не тот, за кого себя выдает. Парадоксально, да? То есть сам Иоанн, родоначальник своего движения в тот период времени, он говорил, что это Христос, то есть Мессия помазанный, да, пришел. Но ученики его не все поспешили присоединиться к этому движению. И параллельно существовало одно движение и второе движение. Часть учеников Иоанновых присоединились ко Христу, а часть нет. Помните, еще Иоанн посылал учеников своих, когда уже находился в заключении, перед тем, как ему голову отсекли, да? То есть недавно было по православию, помните, отсечение, да? Головы Иоанна, то есть это отмечается, да, такой вот, как бы праздник, да? Шеф у меня говорит, блин, мужику голову отрубили, все празднуют. Все празднуют, но я тоже иронизирую на этот счет, то есть думаю иногда, ну что за праздник, да, то есть. И там что там нельзя, капусту резать нельзя, понимаете, да, то есть такие вещи, это, то есть все, что связано с отрезанием и круглым, это нельзя. То, что человека убили. Да, это поминальное должно быть, да, то есть должно быть поминальное. Ну вот, то есть интересное явище на самом деле, то есть такое интересное явление, что движение Иоанна продолжало существовать после того, как Христос вознесся. И не присоединялось к числу апостолов и учеников Христа. То есть для меня это парадоксально. И там, более того, мы даже можем видеть трение, даже в деяниях, то есть можно находить трение между последователями Иоанна и последователями Христа. Очень интересно. Для меня это, ну, это просто для информации, то есть вот сама суть, что там происходило, то есть получается, мы вспоминали, есть там были Иессеи, да, и мы говорили, что Иоанн, он как бы плюс-минус относился к Иессеям по своим доктринам, по своим убеждениям. Потом были Саддукеи и Фарисеи. И тут получается новое движение Иоаннова. Вот. Их, и мы в Писании находим Иоанновы ученики. И, естественно, то есть вот, последователи Иисуса Христа, которые впоследствии начали называться, их начали называть христианами. То есть это история. Для меня это просто нонсенс. Вот. Как люди, то есть лидер признавал этого лидера, да, а последователи Иоанна не признавали. То есть не признавали в полной мере. Вот. Но я думаю, там всегда играл такой человеческий фактор, то есть человеческий аспект какой. Потому что, ну, всегда это движение, то есть здесь власть есть, да? Вот. Везде власть. Все равно человеческая власть. То есть везде есть власть. Мы помним, что с Иоанном. К Иоанну приходило к Иордану, сколько, много людей креститься. Вот. Иоанн был очень влиятельным. Мы разбирали персону Иоанна как-то, да, у нас была тема, связанная с Иоанном, крестителем непосредственно. Мы знаем, что ему голову отрубили, отрезали. По причине чего? По причине сговора жены и дочери, да, Ирода, то есть Иродиада, Соломея, не Соломия, а Соломея, дочь. Да, она танцевала, Ироду понравилось, он сказал, проси все, что хочешь, вот я раб, ты так молодец, ты так угодила. И мама подговаривает и говорит, давай отрежем голову. То есть мы это находим в Писании. То есть как бы Ирод впрямую не является, как бы по Писанию мы смотрим, не является первоисточником затеянной вот этой идеи казни Иоанна. Вот. Но историки говорят о том, что на самом деле Ирод очень был даже не против, то есть он сильно там не сомневался. А почему? А потому что Иоанн что? Плащенька, Ирода.
Так, там был грех, да, Иоанн обличал грех, обличал, то есть он, там было все неправильно, и Иоанн просто обличал грех, что так не может быть. Вот, но это еще не самое главное, ведь вопрос в следующем, что Иоанн, почему все время пытались уничтожить Иоанна, его уничтожили, и по сути потом что происходит? Вот, власть. То есть Иоанн, будучи религиозным деятелем, проповедником правды и истины, тогда не было гаджетов, не было разных увлечений, то есть вопрос веры, священных писаний, это всегда было очень массово, то есть и люди занимались либо работой, а когда у них было свободное время, они занимались чтением или изучением, по возможности. То есть такие моменты были, поэтому те, кто был мудр и сведущ в определенной сфере, те были, становились лидерами религиозными, да, их называли мудрецами, пророками, наставниками и так далее. То есть люди очень много занимались изучением Писаний и были достаточно сильны, в том числе в духовных практиках. То есть, что историки, религиозные, нерелигиозные, сходятся в таком мнении, что раньше еврейские раввины, да, раньше люди были более сверхъестественные, да, то есть сверхъестественного происходило очень много. Вот. Я изучаю работу одного израильского профессора, которого уже нет, я его уже, по-моему, называл, и он описывает времена Христа и самого Христа не с позиции Мессии, да, а с позиции Иудея. Вот, то есть он такой разбор, то есть эту работу не нужно всем читать, потому что если нет утвержденности в вере, то младенец может сломаться, да, то есть он будет, не сможет пазлы сопоставить и сломается. Вот. Но однако даже он говорит, что в тот период, когда Христос был, Иоанн был, то есть тот период весь Израиль, то есть все люди, они были очень набожные. Вот. И были очень открыты к сверхъестественному. Сверхъестественного происходило очень много. На самом деле, больше, чем сегодня. Вот. Но, опять же, вернемся к этим личностям. То есть, Иоанн обладает властью, за ним идет большая толпа. К нему приходили кто? Разные люди, ремесленники. Мы видели, воины приходили, богатые люди приходили спрашивать, что делать, да, для того, чтобы вот как-то правильно жить, чтобы что? Иметь, в том числе, всех всегда волнует вопрос жизни вечной. Мы об этом говорили в прошлый раз. Вот. Поэтому он был голос вопиющий в пустыне, то есть он был как пророк, он был очень влиятельный. Об этом говорит и Флавий, и другие историки того времени. Он был очень влиятельной персоной. Поэтому он представлял, то есть Ирод охотился за ним. Почему? А он представлял что? Угрозу. Потому что за ним идет большая толпа людей, и он вроде бы как бы мирно настроен, то есть занимается только моралью, нравственностью и духовностью, да, призывая людей изменить свою жизнь, начать жить правильно, уйти от грешных дел. Но он настолько стал окозлением, огромный толпа людей. То есть если бы он вдруг что сказал бы, ребята, а эта власть, она плохая, то что огромное количество людей аккумулировалось бы во что? В восстание против царя, наместника. Поэтому он до определенного времени был не опасен, а потом что? Стал опасен. И что? Ему отрубили голову в итоге. Со Христом такая же история. То есть пока он еще начинал свое служение земное, оно постепенно набирало обороты до тех пор, что когда он уже въезжает в Иерусалим, и все люди снимают что? Верхние одежды свои, когда он въезжает на ослике в Иерусалим, и пальмовые ветви кладут. То есть это встречают уже как царя. То есть его еще когда рождался, уже пытались убить. Помните, да, перепись населения и так далее, поиски начались. Очень много младенцев было убито. Почему? Потому что все искали Христа. Где же тот Христос? Потому что он уже был провозглашен как будущий царь. Никто же не сказал, что он будет царь, который в первую очередь царь, представляющий царство небесное, да, а не царство земное.
Поэтому к ним, к нему относились как к потенциальной угрозе. То есть, и получается, что он потом взял на себя инициативу, хотя историки продолжают говорить, что Иоанново движение было очень-очень-очень-очень влиятельным. Даже при Христе было очень влиятельным. Ну, не знаю. То есть мы видим потом, что Иоанн все равно уходит на второй план, хотя Христос говорит о нем, что не было больше пророка. Помните, мы читали с вами ранее, что не было больше пророка за всю историю Израиля, как и Иоанн. То есть не было. Сам Христос говорит, что это был мега влиятельный по тем временам человек. То есть обладал большим влиянием. И одного, и второго казнят. Сначала что пытаются делать? Знаете, то есть когда ты не представляешь никакой опасности, а там что там, религиозные фанатики, ну ладно, да. Ну пусть себе там поют, пляшут, что там делать. Читают, молятся, ну штунды, да, например. Они безобидные, да. Но если вдруг наша церковь становится, приобретает, допустим, ну давайте так, даже 10% населения. С учетом того, что, ну вот, допустим, взять нас, да, то есть 10% населения города стало, что, примкнуло к нашему движению, да, вот. То есть такая крупная община становится, да, а 10% с учетом того, что это будут 10% достаточно активные, потому что евангельские церкви очень активные. То есть это всегда, это в большей степени активисты. Вот. Но так, не знаю, почему так получается, но так получается, да? То есть активисты. С учетом общей тенденции, даже если посмотреть выборы, которые происходят, то в выборах участвует всегда с натяжкой набирается 50% жителей города или жителей этого места. Ну, потому что 50% нужно, потому что тогда считаются выборы состоявшимися. Если было меньше 50%, то выборы считаются несостоявшими, их что? Их, да, нужно снова проводить. То есть активность жителей, она не такая активная, да? А 10% общины, такой, допустим, евангельский, потому что евангельские христиане, это, как правило, в большинстве своем очень активные люди. 10% города, это большое влияние сразу же. И тогда уже что? Тогда уже такая община, она что начинает? Представлять опасность. Ее рассматривать начинают, уже держать на прицеле. Вот, то есть это сразу что? Это сразу прицел и ждут. И когда, знаете, то есть сегодня, допустим, в нашем городе евангельских церквей, если взять всех вместе, ну сколько наберется человек? Ну, к 1000 может набраться. Ну, не, наверное, даже меньше. Там 400, здесь где-то 160, 170. Нет, 700-800. Но если бы это была одна община, 700-800, тогда это уже... Что-то. Да, 700-800 человек, это уже... Ну, так. Это уже... Это уже мирская рада, знаете. Может оказаться... из числа вот этих вот людей, знаете, то есть это сразу ого. Поэтому, когда общины вот так сегодня, да, дин-дин-дин-дин-дин, это как бы нормально для всех. То есть есть такой как бы некий баланс, который не угрожающий, да. Поэтому мы говорим, Иоанн и Христос, это были очень влиятельные лидеры, и на них охотились, потому что они возглавляли большие массы людей. Хотя они занимались, в принципе, религиозной деятельностью. Но они периодически что говорили? Если Иоанн обличал Ирода, как ты вспомнила, да? То есть, потому что там неправильно брак был сделан, да? Вот. Христос обличал в целом власти, да? То есть, он говорил, что так нельзя. Вот. Поэтому что? Сначала против них что пытались сделать? Сначала обычно борются честными методами. Что значит честными методами? Ищут компромат. То есть компромат, это считается честный метод борьбы. Почему? Компромат, то есть это та информация или то событие, которое компрометирует тебя. То есть выставляет, скажем, твою тайную какую-то жизнь. Да? То есть и здесь искали. И здесь искали. Потому что из Христа все время что пытались?
На что склонить? На что, чтобы он сказал против царя и против религиозного управления. Вот, то есть, и против закона самого, да, то есть, и закона против Торы. А он говорит, я не пришел упразднить, я пришел что сделать? Исполнить. Вот. Поэтому, честно, что не удалось сделать, поэтому здесь был заговор, и здесь был заговор. Их одного и второго с помощью заговора устранили. Вот. Ну, такая, знаете, то есть, то есть они здесь встречаются, да, то есть Иоанновы ученики и ученики Христа. Окей. То есть это для информации, это как история и как вот образ, да. И мы должны четко понимать, что если наша община будет расти дальше, то... Нет, просто нужно заниматься тем, чем нужно заниматься, да. Вот. И все тогда будет хорошо. На самом деле, везде можно находить баланс. И более того, нужно даже стремиться находить этот баланс. Почему? Потому что, когда происходит дисбаланс, даже если он как бы в пользу именно сугубо хорошего, но опять же, сугубо хорошее это будет с нашей позиции, а для других это не будет сугубо хорошее, потому что здесь есть разные конфессии и деноминации. Представим. Поэтому даже с точки зрения этого, здесь должен быть баланс. То есть нельзя взять и перетянуть все на себя. Это опасно. Это опасно в двух направлениях. Ты узурпатором можешь стать, да? А второе, тебя могут убрать. Реально могут убрать. Поэтому всегда мы, даже когда есть возможность взять все в свои руки, люди, любые группы, людей по интересам, религиозным или политическим, должны стремиться к балансу. Потому что там, где не будет баланса, там будет большая опасность. Но Христос, он должен был, да, то есть это его функция. Иоанн, они, и Иоанн, и Христос, они знали, что их жизнь, земной путь не будет настолько продолжительным. Они знали, они к этому были готовы, и они шли на это... ну, как подобает. То есть, они были к этому готовы. Это очень важно. Они четко знали свою миссию и знали, как их жизнь закончится. Они знали об этом. Поэтому они делали то, что должны были делать. Вот так вот. Вот что нам, по сути, первая строчка говорит, да, то есть, научи нас молиться, как Иоанн учил своих учеников молиться. То есть, мы вспомнили Иоанна еще раз, Христа, но немножко в другом формате, то есть, что там ученики, там движение, там движение, да. Ты выходила, девочка, да, то есть движение Иоаннова, оно имело разные названия, но оно просуществовало практически, то есть исторические данные, до 350 года нашей эры. То есть не все ученики Иоанна стали последователями Иисуса Христа. Но это парадоксально. Хотя Иоанн, как я сказал выше, был тем, который сам лично сказал и обнаружил, что вот тот самый Мессия, которого все ждали. Окей. Другой момент из этого стиха. Назад прикрой, пожалуйста, дверь, чтобы сквозняка не было. Сквозняк в спину. В этом стихе что мы еще можем увидеть? То есть мы поговорили Иоанн, Христос, ученики, движение. Это исторические данные, чтобы у нас был просто широкий обзор истории. Более широкий. Что мы еще здесь видим? Так. Так, то есть здесь не стоит вопрос того, что человек, мы не знаем, что за ученик это был, апостол это был, кто это был, но ученик, не стоит вопрос в том, что он не умеет молиться, я думаю, да, то есть не стоит вопрос. Я думаю, что все иудеи, все евреи, по сути, знают, что такое молитва, по сути, то есть, ну, потому что вся жизнь Израиля, она связана с общением с Творцом, оно было хорошее или плохое, но оно все равно связано. То есть для людей понятно, да, что такое молитва. Это разговор с Богом. Мне когда-то лет 9-10 назад один еврей сказал, вот, он как бы христианин, но такой, как сказать, мессианский, да, то есть мессианский еврей.
даже не знаю, как его описать, потому что он своеобразный такой человек, но он однажды сказал: Алексей, молитва это не просто разговор с Богом, молитва это высвобождение силы. То есть, когда ты молишься, ты запускаешь различные процессы. То есть, в момент, как только ты начал произносить молитву, как только сказал «Господь», ты уже запускаешь определенные процессы. Ну, мы знаем, да, то есть, Господь это Господин, это на наш лад, да, а на иврите это Адонай. Адонай, Адони, само это имя обозначает, что тот, который судья праведный. То есть Адонай, судья праведный, Господь, Господин, судья праведный. Как только мы, начиная обращаться к Богу, говорим «Господь», то есть мы в этот момент уже запускаем какие процессы, которые будут направлены на то, чтобы посмотреть нашу внутренность. То есть какие мы изнутри. А если мы еще продолжаем свою молитву, то есть мы начинаем запускать различные процессы. Процессы, которые сначала происходят в духовном мире, а потом воплощаются в каком? В материальном. Хотя вопрос молитвы очень интересный, если смотрим по Даниилу, там есть очень много разных аспектов, да, то есть молитва, она достаточно что? Своеобразная, да, то есть молитва, она, то есть само вот это действие, оно очень интересно, и вместе с этим молитва что? Может встречать что? Может молитва что-то встречать? Или она сразу доходит до Бога? Как вы думаете? А? Так, молитва может встречать преграды. Поэтому здесь, видите, это всегда борьба сил. Это очень интересный момент. Мы поэтому будем дальше разбираться, чтобы наша молитва могла доходить до Бога. Да? Так что же здесь тогда получается волнует этого человека? То есть, если мы говорим о том, что для еврея, для нормального среднестатистического еврея того времени, вопрос молитвы это не является что-то чуждое, то тогда что же его волновало? Волновало, как правильно молиться. Как правильно, чтобы что? Чтобы молитва дошла до Бога, чтобы молитва была эффективна. То есть его волновал вопрос эффективности молитвы. Он не был человеком, который, он уже до этого времени, этот ученик, видел неоднократно, что Иисус молится. Более того, мы читаем, что когда Иисус молился и приостановился, ученик выловил этот момент, и он обратился к нему: научи нас, дай нам знание, как молиться. Вот, то есть он уже видел, как Иисус молится, но ему еще нужно было понять, что как сделать так, чтобы была молитва эффективная. Я уже начал говорить о том, что молитва бывает, встречает преграды, да, и мы видим это через, я так сокращу. Мы видим, что по книге пророка Даниила, что нашу молитву встречают очень часто преграды. И когда Даниил молился, то к нему пришел архангел на помощь, чтобы молитва дошла до Творца. Очень интересный момент. То есть это означает, что молитва встречает препятствия на своем пути к уху нашего Творца. С одной стороны, Бог говорит, что его ухо всегда открыто для того, чтобы слышать нас. С другой стороны, мы наблюдаем такое интересное явление, что молитва может встречать, на украинском это опер, да, сопротивление. То есть, это когда ты высвобождаешь силу, а в ответ идет другая сила, которая борется с тем, чтобы твой месседж, обращенный к Богу, не дошел до Бога. Чтобы твой имейл туда не попал. Вот, на современном языке, если. Да. Да, надо тогда иметь современный пейджер. Да, iPhone, да, 11. Может быть, он пуляет прямо в небо, да. Вот. То есть, смотрите, это то же самое, как вот у человека возникла проблема. Да, есть человек, у человека есть проблема. Он пытается решить эту проблему, видит, что у него не получается решить эту проблему. Почему? Потому что она затрагивает чьи-то интересы. И тогда он такой думает: как же мне решить? И думает, что напишу письмо кому? Президенту. Есть такое дело? Сегодня любой украинец может написать письмо президенту. Любой. Вопрос только в следующем. Оно туда пойдет или не попадет?
И когда это письмо, особенно если оно направлено на жалобу, там еще на что-то, оно отправляется, то что? Его пытаются что? Затормозить. Есть какое-то дело, особенно если оно уголовное, да, вот, или денежное, пересекает чьи-то интересы, то тот, чьи интересы пересекает это письмо, будет всячески делать так, чтобы пусть его не уничтожат, но максимально затормозить, чтобы оно не дошло еще долго до адресата, там может быть что-то изменится. Да? То есть получается, даже вот на простом земном примере мы видим, что иногда мы знаем четко, что вот тот точно может изменить ситуацию, мы пытаемся уже добраться до него, но нам говорит, а что вы через плечо тут, через голову перепрыгиваете, да, то есть... А вместе с этим, если не перепрыгивать, то что? Никто ничего не решает, да? Поэтому люди иногда идут на крайнюю меру, но пока они пытаются добраться до того, кто реально может повлиять на ситуацию, они встречают очень много серьезных препятствий. Почему? Потому что их письмо – это угроза деятельности тех, чьи это письмо интересы будет пересекать. Поэтому с молитвой то же самое. То есть очень я взял такой, ну, простой, банальный пример земной, чтобы просто была иллюстрация, как иногда молитва встречается с серьезнейшими проблемами для того, чтобы что? Она действительно получила ответ. И самое интересное, что книга пророка Даниила нам четко это показывает, как Даниил молится, постится, а его молитва... Ну, просто получается, архангел приходит на помощь, чтобы эта молитва, чтобы это послание, обращенное к Творцу, дошло до Творца. То есть, это иллюстрация того, что наша молитва может что? Быть безрезультативной. То есть, наша молитва, она не всегда может быть эффективной. Эффективная молитва, она всегда что получает? Она получает плод. Поэтому человек говорит, я столько молился, столько пробовал, боролся, и что? А нет никакого плода. И он говорит, а зачем мне молиться? А смысл от этого? Смысл молиться, если оно не работает. Ну, то есть я столько молюсь, а нет никакого результата. Поэтому ученик задается вопросом не потому, что он вообще не понимает, что такое молиться. Сегодня, в принципе, детям расскажи, что вот как молиться. Нужно сказать, вот... Там, Отец Небесный, да? И вот попроси что-то у Господа, да? И потом сказать в конце аминь. И ребенок уже он будет молиться. Уже будет молиться. Но вопрос стоит именно в эффективности. То есть молитва должна принести плод. Очень много молитв сегодня возносится и остается абсолютно без плода. То есть нету результата. Поэтому если нету результата, верующий человек что делает? Теряет мотивацию. Когда у человека нет мотивации к какому-то действию, он тогда что делает? Он бездействует. Если нет мотивации к действию, он бездействует. Получается, видите как, очень многие вещи на самом деле зависят вот именно от чего? Не просто от молитвы, а от эффективной молитвы. То есть мы должны не просто молиться, а молиться так, чтобы наша молитва получала эффект. То есть она получала результат. Тогда есть смысл. Тогда есть смысл этих действий. И человеку важно, еще раз, это мы должны просто запомнить, нам важно не просто молиться, а молиться так, чтобы это возымело результат. И все видели, что Иисус, когда молился, что происходило? Результат. Стихии повинуются. Дерево засохло. Больные исцеляются, бесы уходят, тысячи людей кормят хлебом и рыбой. Происходят невероятные чудеса, слова, которые он говорит, они тоже исполняются. То есть, и все видят, как он периодически возвышается на возвышенность, идет на возвышенность и что делает? Молится. То есть сверхъестественные и результаты и достижения результатов в том, что делал Христос, происходили с помощью молитвы. То есть результаты были с помощью молитвы. Но не просто молитвы, а молитвы эффективны.
То есть можно молиться, а можно молиться эффективно. Ты можешь молиться часами, и это будет ноль, а можешь буквально пару слов сказать, и это возымеет силу. Поэтому ученик, видя это, он говорит, научи нас молиться. То есть дай нам то знание, которое нам поможет точно так же молиться, как молишься ты. Посмотрите, мы вспоминали с вами, сколько разговаривали, пару служений, о 35 пар учеников, да, помните, 70, 35 пар. Они когда пришли, мы с вами тоже отмечаем момент, они о чем рассказывали? Так, а самое главное, чему они очень сильно радовались, бесы повинуются. Ребята пошли, делали то, что Иисус им сказал, и они в том числе и молились. То есть они повелевали бесам, молились Богу, и бесы уходили. Их радовал вот этот вот плод. То есть они видели, что то, что они делают, имеет эффект. Хоть их Иисус потом немножко там выправлял, и говорил, что это не самое главное. Главное, чтобы вы были в книге жизни на небесах. Вот что вам для вас главное, да? Что ваши имена там записаны, что вы спасены. Вот это для вас главное. А это просто последствия, да? Потому что как в Писании сказано. И пошли и проповедовали Евангелие со всеми там соответствующими знамениями, с подкреплением чудес и знамений. Помните, так, одно из Евангелий заканчивается. То есть мы говорим о том, что духовная жизнь, да, она связана напрямую с молитвой. Но не просто с молитвы ради молитвы, а с молитвой эффективной, которая, всякая молитва должна возыметь плод. И вот это волнует ученика. И говорит, дай нам вот это знание. Дай нам вот это знание, с помощью которого мы сможем молиться эффективно и реально достигать цели. Я думаю, что это нормальный вопрос, который сегодня, в принципе, нас тоже волнует. Потому что ну, мы же действительно очень много ответов не получаем. Правда? Мы очень много ответов. Мы себя очень часто мотивируем как? Ну, ничего, если я сейчас не получил ответа, то аж обязательно будет когда? Оно все равно будет. И это тоже правильная мотивация, потому что есть действительно периоды, потому что мы иногда просим что? То, что нам сейчас не нужно, но мы просим уже сейчас. Дай нам то сегодня. Что, а на самом деле это нужно там через несколько лет только. Потому что мы вчера ехали в машине, я говорю, Ваня, я говорю, ты молишься за жену? За Марийку? Я говорю, не знаю, Марийка почему-то в голову вышла. За Марийку молишься? Вот. Я говорю, а он так, ну да, стесняется. Я говорю, правильно делаешь? А та Марийка молится за такого Иванку, как ты. И когда-то бац, произойдет этот момент, вы столкнетесь. Марийка и Иванко. Вот. Ты молишься сейчас за то, что тебе нужно будет завтра. Хотя, может быть, сейчас ты тоже хочешь уже это то, что должно быть завтра. Поэтому здесь есть такие нюансы временные. Но на самом деле есть очень много молитв, в которых мы реально не получили никаких ответов. Поэтому у человека падает уровень мотивации, он говорит, зачем мне это все нужно? Ну, пришел я себе в церковь, там, ну, помолятся за меня. Лучше за меня пусть кто-то помолится. Вот. Может, у него лучше получится, да? Вот. Это не значит, что мы не должны отвечать на призыв чей-то, чтобы за нас кто-то помолился, да? Вот. Но вместе с этим это означает, что мы должны тоже научиться молиться так, чтобы все-таки был эффект. И учиться молиться эффективной молитвой, это важно. Почему? Потому что это и будет подчеркивать нашу с вами сверхъестественность и живое проявление того, что мы с Богом с вами находимся в более-менее тесных взаимоотношениях. Поэтому здесь стоит вопрос эффективной молитвы. И мы вот таким образом что? Подходим к теме, знаете, Валя, она мне как-то спрашивает, что ты о молитве не учишь? Вот прямо она меня много раз спрашивала, еще до отъезда в Норвегию. Говорит, нужно же об этом тоже говорить. Я говорю, мы изучаем Евангелие, мы дойдем до этого. И вот мы с вами подошли к вопросу молитвы. То есть мы говорим о том, что наша задача научиться эффективно молиться. То есть это когда ты молишься и приходит ответ. А не остается молитва без ответа. Еще немножко вашего времени, прям немножко еще, да? Вот. 4 пунктика.
Нет, у меня здесь пунктиков очень много. Просто еще 4, они небольшие. Молитва тогда эффективна, когда ты молишься от чистого сердца. Если ты молишься, потому что надо помолиться, то она никогда не будет эффективна. Так, супер. То есть сейчас мы как раз-таки вот затронем вопрос критериев, да, критерии эффективной молитвы. То есть мы не разберем сейчас всю молитву, которая здесь, молитва «Отче наш». Но мы сейчас начнем с простых критериев. Славу уже один назвал. Вот, один назвал, чистое сердце, это, что еще можно, как это назвать? Чистое сердце. Ну, ты чистые мотивы. Правильно, чистые мотивы, да? То есть мы говорим, чистые мотивы. То есть это один из критериев. Почему? Потому что в Писании сказано, у кого руки не повинны, вот на того человека Бог что? Реагирует. Поэтому один из ключевых, то есть критериев можно много написать, и они все будут, наверное, правильны. Вот. Но есть все равно такие основные, да, чистые мотивы. А что значит чистые мотивы? Чистое сердце, чистые мотивы. Це коли воно, те, що людина просить на добро. На добро. Собі і іншим. То есть можно просить как бы хорошее, но внутри подразумевать как бы не очень хорошее, да? То есть это когда ты, например, говоришь, Господи, благослови, там, не знаю, кого, там, Васю, вот, чтобы мы сходили куда? В кафе. То есть как бы ты просишь ему благословения, но хочешь попользоваться этим благословением сам на халяву, да? Господи, благослови вас, пусть у него будет много денег, да? Вот, потому что он щедрый, в кафе сходил. То есть... Получается, желает хорошего, а мотив преследует какой? Свой, то есть он ищет своего через то, что будет хорошо другому, да? С одной стороны, мы все как бы так, да, то есть подвязаны, что мы желаем хорошего друг другу. Почему? Потому что есть понятие коллективного счастья, да, или мы желаем друг другу чего-то хорошего, потому что есть понятие семейного счастья, да. Господи, благослови моего мужа, потому что я хочу шубку. Ну, к примеру, да. Ну, потому что муж сейчас работает, да, и у него есть возможность заработать. Господи, дай ему, потому что мне нужна шуба. Или там сапоги, да, сапоги, сапожки новые. То есть, благослови, благослови его, да. Но это нормально. Почему? Это семья. Это когда семья. То есть, для семьи это нормально. А когда это вот какие-то такие взаимоотношения за пределами семьи, то это уже считается, что корыстные мотивы, нечистые мотивы. То есть ты желаешь хорошего не для того, чтобы человеку было хорошо, а для того, чтобы ты попользовался тем хорошим, что у него будет. То есть это вот, вот так можно расшифровать. Окей, что еще? Какой мы можем еще критерий назвать? Я так думаю, что еще вера в то, что ты просишь. То есть ты веришь в то, что ты молишься, и ты это... Да. И ты это получишь, а не так, что да, вот мне надо это, на всякий случай помолюсь вдруг это. Выстрелить нести, да? Я молюсь и надеюсь. Да, но надежда не постажает, Писание говорит, да? Але людина, коли надеется, то вона дається 50%, там може так, а може не так. А коли віра, це вона має бути тверда. 100% ти маєш знати, що це буде так. Так, совершенно верно. У меня, правда, другой порядок, но мы называем правильно, то есть все сама я пишу. То есть, когда человек пытается начать молиться, это уже проявление веры. То есть, даже сомневаясь, это все равно попытка проявить непосредственно веру. Но все ли только в вопросе веры лежит? Я еще написал «и». Один очень строгий апостол сказал какие-то слова, связанные с верой. Что дела? Вера и действие веры. То ты поступаешь так, как ты молишься? И действие. Это сказал апостол Иаков, он сказал, что знаешь ли неосновательный человек, что вера без дел мертва. Действие веры. Я именно напишу, подчеркну не просто действие, а действие веры. То есть объединил это в одно. Как это? Что нам говорит послание к евреям 11.1? Вера это что?
осуществление невидимого. Это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть ты поверил в то, чего еще нет, об этом уже помолился, и что? Ты об этом молишься, и сразу что делаешь? А начинаешь осуществлять то, о чем молишься. То есть не просто так, Господи, дай мне машину, и все такое. И веришь, сел и веришь. Нет, ты во что веришь? В машину верю. Хорошую машину. Ты же пошел работать и зарабатывать деньги. Вот это действие. Да. Это верю. Да, да. Я верю, что я заработаю деньги и куплю себе машину. Я буду трудиться, и Бог даст мне хороший заработок, или возможность так заработать, или так найти машину, которая мне будет подходить, соответственно чего? Того, тех материальных возможностей, которые я смогу приобрести. Это ж как через свой труд. У Бога просил. Господи, помоги мне выиграть лотерею. Господи, помоги мне. Господи, Бог уже не выдерживает. Ты слышишь, дай мне шанс, купи лотерею. Да, 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 да. Я тебе хочу, иди билетик купи, билетик иди приобрети, тогда поговорим, да. Вы знаете, я в своей жизни встречал очень много, ну, я ездил же в разных местах был, и иногда мне в интернете, через интернет присылают тоже сообщение. Алексей, слушай, такая есть идея, классная идея, давай сделаем. Я говорю, отлично, давай делай. Нет, я же тебе идею предложил, да, 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 да. То есть вот эта фишка, знаете, то есть наша молитва, это как наша идея к Богу. Знаете, мы приходим к Богу и начинаем молиться и говорить, слушай, Бог, у меня есть такая идея, чтобы я жил хорошо. У меня есть идея о моей хорошей жизни. Вот. Как ты смотришь на то, чтобы взять, реализовать эту идею в моей жизни? Бог говорит, давай, реализовывай. У меня есть проект насчет моей жизни, насчет того, как она счастливая должна быть, хорошая, успешная, да, и у меня есть классный проект. И Бог такой, думаю, ну, молодец какой, идейный, пришел здесь, на коленях, даже на колени не поленился встать, мозоли уже натер, предлагает мне идеи, только действий не делает никаких, просто предлагает, сидит такой на коленях по утрам, и по вечерам мозоли натирает, и только и предлагает. Бог думает, сколько вас тут, 7 с лишним миллиардов по всей земле, и все предлагают мне идеи. Да, так вот даже какой-то у меня мечта, найти какой-то план. Вот. Я же не молюсь, не это, говорю, что Господи, помоги мне найти клад, а может он там не валяется, поэтому... Поэтому ты сам и купил вот эту штуку, да, штукенцию. Я хожу еще. Изучает карты, ищет людей, которые что-то знают по истории, да, где что происходило. И еще вкладывает денежку в бензин, в транспорт, чтобы туда доехать, добраться, потом еще столько всего, да, чтобы найти пятачок царский. То есть я какие-то действия планы, а не просто это раз и оно упало. Да, 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 да. То есть, вот, знаете, иногда то, как люди приходят к Богу, это похоже на то, что человек пришел с большим количеством идей насчет своей собственной жизни или насчет чьей-то жизни, начинает их Богу всех предлагать, но действий со своей стороны никаких, кроме идей, не предлагает. Поэтому, когда мне иногда писают, давай, ты что, смотри, классно, я говорю, давай, делай, мы там чем сможем, тем поможем. Не, ну я думал, вы возьметесь. Ну, видите, кто же думал, да в суп попал. Поэтому, знаете, то есть наша задача какая? То есть это один из важных критериев, то есть когда мы молимся, то есть наша молитва это предложение Богу того, как должно выглядеть что-то в нашей жизни или в чьей-то жизни. То есть это мы предлагаем идеи насчет нашей жизни. Поэтому если мы предлагаем идеи, то Бог везде подразумевает, что ты будешь что-то делать. То есть, если ты предлагаешь, окей. Ты хочешь иметь хороший, там, не знаю, что там. Что хороший? Я хочу иметь хороший iPhone, да, 11. Его же прорекламировали, да? Я хочу иметь 11 iPhone. Окей. Бог не против дать тебе этот iPhone. Ну, тогда что? Иди поработай, потому что Писание говорит, что тот, кто трудится, тот достоин.
Кто не трудится, тот недостоин. Да? Трудящийся достоин пропитания. То есть мы говорим о том, что трудящийся, он достоин награды. То есть мы опускаем вопрос пропитания, мы говорим о том, что награда. То есть пропитание – это награда. Тот, кто трудится, тот достоин награды. Тот, кто не трудится, вот на этой неделе, я уже который раз вспоминаю, вчера в Коэле вспоминал, сегодня с сыном имел возможность общаться, вспоминал. Эта неделя в формате Библии и кофе, мы два эфира, два урока посвятили как раз вот ленивцу, да. Здесь Соломон говорит, слушай, ты ленишься, потому что у тебя нет мотивации. Нет мотивации, потому что ты как бы хочешь жить хорошо, но не знаешь, как жить хорошо, да. И он говорит, что иди, посмотри, как муравей живет, да. И там еще сказано в еврейском переводе, мне больше нравится, он более точный. Сделайся мудрым. То есть посмотри, как люди, муравьиный народ трудится, зарабатывает, увеличивает свои владения, влияние, да, массовость, популяцию. То есть ты можешь также эффективно жить. Посмотри и сделайся мудрым. То есть это одна стадия, да, когда тебе недостает знаний. То есть недостает знаний, ты не действуешь. А есть другая стадия, когда ты долго тебе недостает знаний, ты долго не действуешь, и это уже становится хронической штукой. А хроническая штука долго с ней бороться, и это уже почти что неизлечимо, она хроническая. Вот, но все начинается с чего? Нужно знать и нужно действовать. Да? То есть вот у тебя есть идея, и нужно что-то для этого делать. Соломон побуждает идейного, знаете, потому что есть много таких, лежат такие, сидят, они там генерируют, знаете, они бы уже весь мир перестроили бы, мир просто идеальный был бы. Но так они никуда не двинулись, дальше своей комнаты и своих тапочек комнатных. Есть еще стадия, когда ты хочешь стать мудрым, но Бог тебе этого не дал. И как ты не старайся, ты этим мудрым не хочешь. Ну это когда, очень чаще всего это по причине самого человека. То есть Бог всегда открыт для того, чтобы благословлять и поднимать. Это, то есть если... Как один в свое время проповедник проповедовал, Маринок Верунаш, да, он говорит, его уже нету, он говорит такие слова, если ты думаешь, там, хочет ли Бог тебя благословить, можешь биться об заклад, он хочет тебя благословить, хочет ли он тебе машину дать, хочет тебе машину дать, хочет ли он тебе семью хорошую дать, хочет тебе дать, просто Бог тебя хочет благословить. Вопрос только в том, что ты сделал для того, чтобы он эту возможность использовал в твоей жизни. Да? То есть это очень важный момент. Окей, мы, уже время нас поджимает. Что еще мы можем отметить? То есть мы сказали, чистые мотивы, вера и, соответственно, действия на основании веры. То есть ты молишься о том, о чем-то, это уже твое проявление веры во что-то. И, соответственно, ты начинаешь осуществлять то, о чем молишься. То есть ты участник своей идеи не только в плане предложения ее Богу, а и в плане осуществления. Что еще мы можем сказать? Есть очень важный момент. Если ты что-то у Бога просишь и готов ему дать взамен, ну, ты, допустим, то ты должен это сделать. Если ты говоришь, Господи, помоги мне сделать это, а я вот за это сделаю это. Угу. Вот. Бог тебя услышал, так, хорошо, на. А ты раз, и то, что пообещал, не дал. Это сугубо еврейская такая, еврейский подход. Евреи часто спорят с Богом и торгуются с Богом. Да? Нет, то есть, нет, торговля просто... это да. Сердце еврея. Да? Он торгуется с Богом. Давай договоримся, давай договоримся с тобой. У меня в семье, я еврей первый. Да. Есть один, я согласен с вами, есть очень важный такой момент. Если Даниил бы просто... Помолился один раз, не получил бы ответа. Постоянство. То есть очень важно. Вода камень точит. Потому что иногда мы сдаемся, когда в тот момент, когда нам нужно еще немножко посражаться. Да? Постоянство. Постоянство. То есть Даниил, вообще, то, как Даниил молился, это мастер, он мастер. То есть, да, это семинары по Даниилу, вообще круто. То есть постоянство. Если ты глубоко убежден, у тебя чистые мотивы, ты веришь в это. То есть есть такой момент, как я говорил, что бывает оттяжка времени. То есть чаще всего есть что? Просто люди неэффективно молятся. Но вместе с этим бывает что? Постоянство. То есть если это хорошее, если это правильно, ты в это веришь, то нужно за это побороться. Побороться
И Даниил сражался за свой народ, за спасение евреев, и он за это, за свой народ стоял в проломе. Но вместе с этим долгое время его молитвы встречали в духовном мире сопротивление и, соответственно, не решались вопросы. Но он что делал это? Он постоянно боролся. И в итоге это самое постоянство спровоцировало в том числе архангела прийти на помощь ему. Это очень уникальное явление, когда его настойчивость провоцирует действие архангела. Это просто интересно, просто уникальное для меня явление духовного опыта. Вот, то есть мы есть, знаем такую поговорку, да, вода камень точит. Еще есть такое понятие, да, и мы с вами читаем, стучите и отворят. Молись, и Бог услышит. Вот, стучитесь и отворят, потом что еще мы знаем? Я же говорю, молись, и Бог по неотступности есть такое, да, то есть дается по неотступности. По неотступности это когда ты борешься и не сдаешься, то есть ты делаешь это с постоянством. Ты борешься за то, во что, что поверил, имея чистые мотивы. И вот еще один критерий, и мы сейчас ставим точку на сегодня, или такой многоточек, потому что продолжим в следующий раз. Есть очень важный момент. Чтобы у нас были чистые мотивы, чтобы мы четко понимали, как правильно, во что, что является правильным, как верить, да, то есть даже верить в правильное, и как правильно быть в постоянстве, нам нужно еще что-то знать. Так, это тоже правильно, но есть очень важный момент. Смотрите, Иисус, когда действовал, Он не действовал, Он не делал ничего своего вообще. То есть, все, что возымело эффект и результат и плод в том, что делал Иисус, за счет того, что он вообще своего ничего не делал. Он говорил какие слова? Он говорил такие ключевые фразы. Я и Отец одно. А еще он говорил, я исполняю волю пославшего меня. О! Волю пославшего меня. То есть, если бы Иисус делал бы что-то свое, это не имело бы эффекта. Тогда здесь нарушились бы чистые мотивы, было бы неправильная вера, ну и, соответственно, действие. И вопрос постоянства тут такой уже, да? То есть, все, что делал Иисус, имело эффект лишь только по одной простой причине. Он делал только то, что ему говорил Отец. То есть, иными словами, когда он говорил «я и Отец одно», он говорил о том, что мое сердце идентично сердцу Отца. Мы думаем одинаково, желаем одинаково, хотим одинаково. Почему? Потому что он знал, что думает Отец, что желает Отец, и к чему Отец идет. Поэтому это мы давайте сегодня так назовем просто стандарты Отца. Ну, таким, современным. Ну, воля Божья. Оно мне так и написано. Стандарты Отца и воля Божья, как ты сказал очень. Стандарт Отца. То есть мы говорим о том. Еще отсюда. Вот эта штучка мешает. Мы говорим о том, что Иисус имел 100% успех только по одной простой причине. Вообще ничего своего не делал. Вообще. И он четко понимал вот этот аспект, стандарт Отца. То есть, что значит чистые мотивы? Не чистые мотивы из моего понимания, да, потому что мое понимание добра иногда для кого-то может стать злом. И только понимание добра, исходя из того, что хочет Отец, приносит настоящее благословение. Потому что иногда люди говорят, ну, там, не знаю, ну вот мне жалко его, вот он там
бедолажный, вот он там уже в бомжа превратился, ну буду его кормить. Если будешь просто кормить такого человека, ты поможешь ему? Ну ты поможешь ему дольше умирать и углубляться в том, в чем он живет. А если ты начнешь помимо еды что-то делать, тогда ты можешь его спасти. То есть ты хочешь помочь ему медленно умирать? Или ты хочешь его спасти? Но часто люди сегодня они думают, нужно же покормить. Так, нужно покормить. Но когда ты даешь хлеб, заставь этого человека что-то сделать. И тогда ты дашь ему мотивацию. Потому что если бомжа все время кормить только, он будет приходить есть тебе. Но если сказать, давай я тебя буду кормить, а ты мне вот здесь травку попали, тогда в нем человек начнет просыпаться, а животное будет умирать. Почему? Он будет воскрешать, переходить снова в этот, как это, уровень Homo sapiens, что разумное, да? Почему? Потому что деградация происходит. Человек может спускаться с уровня человека на уровне, до уровня животного. И что вскармливает? Человек может своей добротой вскармливать в нем животное. А может что делать? Возбуждать в нем человека. И говорит, слушай, ты сотворен не для того, чтобы вот здесь жить около контейнера. Поэтому я тебе дам хлеб, но ты не просто так его получишь, а ты пойдешь мне поможешь. И ты уже начинаешь что делать? Ты делаешь и добро, ты же не нужно ему давать задание, которое... Там, чтобы он за кусок хлеба тебе весь огород 10 соток перепахал. Это же неправильно. Это уже тогда ты грешишь. Но когда ты говоришь, давай мне чуть-чуть, или давай там вот здесь можешь, вот ты здесь, окей, около контейнера дежуришь, переезжаешь, а ты можешь, вот сейчас пособираешь вот это, чтобы оно так не разлетелось тут по всей улице. А я тебя хорошо накормлю. И что? Ты таким образом и поможешь, и поможешь ему почувствовать, что он не просто, как это по-украински, жебрак, да? А что он человек, в нем чувство может появиться, правильная рациональная гордость может появиться, что он чушки не собака какая-то. Это очень важно. Поэтому видите, вот это все вещи, то есть стандарт отца, воля, что конкретно хочет Бог. Это все я поставил четвертым, но оно является и замыкающим, и началом. И вот об этом мы уже Иисус дальше, давая образец молитвы, Отче наш, ее так называют, он как раз-таки начинает высвечивать вот эти стандарты, и вот эти стандарты мы с вами рассмотрим в следующий раз. Поэтому на сегодня вот так. Если есть вопросы, я готов ответить. Я старался быть очень коротким.